Обстановка на дорогах в области застается непростой. За два минулые дни зарегистрировано свыше 50 ДТЗ. У их вынику два человека загинули, трое отримали травмы. Ночью 24 снежня урешился 28-годовый водитель Seat Toledo. При выезде с другородной дороги не предоставил переваги у руху автомобилю Volkswagen Polo под керавництвом 26-годового мужчины. У вынику сутыкнения водитель Seat ошпитализованы у травматологичное отделение. На трассе М-10 в Гомельском районе Kia Sportage улетела под фуру. Два человека загинули. По информации ДАИ, 50-годовый водитель не справился с керованием легковушки. Машину вынесла на встречную полосу, где отбылось сутыкнение с грузовиком. Водитель Kia и его жонка загинули на месте здарения. Их 24-годовая дочка шпитализована. Усе трое жихары Решицы. По всех фактах ДТЗ проводится проверка.